Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1817 из сборника Демидовича. Найти интеграл dx, деленное на a квадрат плюс x квадрат в квадрате. Для того, чтобы найти этот интеграл, сначала сделаем некоторое преобразование. А именно в числителе единицу запишем следующим образом. Единица, деленная на a квадрат, умножить на a квадрат плюс x квадрат минус x квадрат. Действительно, написанное выражение в точности является единицей. Знаменатель без изменений. А квадрат плюс x квадрат в квадрате. dx. Далее единицу, деленную на а квадрат, вынесем за знак интеграла. А оставшееся выражение разделим на знаменатель почленно. А квадрат плюс x квадрат минус x квадрат. Получается единица, деленная на а квадрат, интеграл. Единица, деленная на а квадрат плюс x квадрат минус x квадрат, деленное на а квадрат плюс x квадрат в квадрате. Все это в скобках dx. Каждый интеграл возьмем по отдельности. Начнем с интеграла dx, деленное на а квадрат плюс x квадрат. Это табличный интеграл, он равен единице, деленное на а, арктангенс x, деленное на а. Плюс константа. Теперь найдем второй интеграл. X квадрат dx, деленное на а квадрат плюс x квадрат в квадрате. Для этого проинтегрируем по частям. За u обозначим x, тогда du равно dx, а за dv все остальное. То есть dv равно x dx, деленное на a квадрат плюс x квадрат в квадрате. V подобрано специальным образом, поэтому здесь мысленно вешаем интегралы, откуда v равно минус 1 вторая умножить на единицу, деленное на a квадрат плюс x квадрат. После интегрирования по частям получаем минус x, деленное на 2, а квадрат плюс x квадрат, минус интеграл vdu, то есть плюс 1 вторая, интеграл dx, деленное на а квадрат плюс x квадрат. Последний интеграл табличный, написан строчкой выше, поэтому получаем минус x, деленное на 2, а квадрат плюс x квадрат, плюс единица, деленное на 2а, арктангенс x, деленное на а. Плюс константа. А теперь возвращаемся к нашему интегралу и собираем все в ответ. Получается единица, деленная на а в кубе, арктангенс x, деленное на а. Это мы первый интеграл написали. Плюс x, деленное на 2а квадрат, а квадрат плюс x квадрат. И, наконец, минус единица, деленная на 2а куб, арктангенс x, деленное на а. Плюс константа. Последним шагом давайте приведем подобные слагаемые. Первое и третье можно упростить. Получается единица, деленная на 2а куб, арктангенс x, деленное на а, плюс x, деленное на 2а квадрат, а квадрат плюс x квадрат плюс константа. Это и есть ответ на данную задачу. Всем спасибо за просмотр. Если остались вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь к телеграм-каналу и, конечно, обращайтесь за решением ваших задач.